А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jack, и мы продолжаем с вами играть в игру под названием Resident Evil Zero. Это вроде бы 7-я серия, вроде бы, но это не точно, я уже сбился со счету. В общем, погнали. Я, короче, уже пробую убить этого босса парочку, пробовал его убить парочку раз, короче, пробовал записать серию. Сейчас вот записываю просто пилотное приветствие, вот, скажем так, потому что босс составляет определенные проблемы, потому что у нас с вами очень мало патронов, то есть нужно каждым патроном, по сути, попасть, чтобы его убить, вот, и у нас нет аптечек от слова совсем, то есть нам нужно просто идеальную игру какую-то сейчас выполнить, а на это нужно тратить время, поэтому я делаю так, я приветствуюсь, и потом, как у меня получится его убить, я ставлю эту склейку, где я его смог убить все же, вот. И при битве с боссом, скорее всего, я буду молчать, потому что будет полнейшая концентрация. Так, покажу вам начальный ролик, чтобы вы посмотрели, что это за босс. Вдруг кто-то не видел, вдруг кто-то не знает. Вот он, этот вонючий, сраный, тупорылый босс, который меня бесит, сука. Погнали. Чик-чирик, чик-чирик. Идти то и ядрить. Короче, в итоге
Я смог это сделать при помощи небольшой хитрости. Переключение между персонажами, но я пожертвовал большим количеством здоровья. Я не знаю, стоит ли мне так оставлять, но, по крайней мере, это вектор. Но с опасной внимания... Давайте сохранимся на другой слот. На всякий случай, если вдруг у нас возникнут проблемы, то мы, в принципе, с вами тогда... сможем всегда перезагрузиться и, в принципе, убить босса. Вот. Ему достаточно, вот реально, пар попадений с гранатомета и с дробовика, там, 3 патрона или сколько там попасть в него. Вот. Очень много урона получил. Ну, по крайней мере, смог его победить. А я что-то до этого, знаете, и не думал, когда я его пытался до этого убить, что можно выйти же, блин, и попробовать сделать вот все вот эти махинации. Так, Билл, давай-ка ты останешься. А мы просто отдадим пистолет. И как бы так как у нас есть аптечка, мы можем, в принципе... за Ребекку еще более-менее побегать. Не знаю, сможет ли она выстрелить, конечно. Вот это вот. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Нужно освободить сейчас место. Нам нужно, получается, что? Нужно пленку сейчас выбросить пока что. Так, давайте сразу возьмем вот эту пленку, чтобы у нас было сразу понятно, что у нас 10 сохранений. Выбрасываем и берем гарпун. Подбираем гарпун. Вот я не знаю, что бы мы делали, если бы... Вот, ну, как-то нельзя же его по-любому просрать, этот гарпун. Типа, мы же тогда игру не пройдем. Как-то он по-любому бы где-то валялся. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас есть на крыше. Надеюсь, никаких зомбарей не будет. Спускаемся по лестнице, смотрим, что у нас внизу. Так. Вот мы включили питание лифта. Угу. Красная трава. Красная трава, это, конечно, хорошо. Но нам нужна и зеленая. Без зеленой травы красная трава нам нахрена? Все равно не можем поднять. Ок, открыли дверь. Теперь можем спокойно бегать. Вот знаете, что плохо? Реально, у нас есть красная трава, зеленой-то нет. Чем мы будем делать? Так, ну я пока не вижу смысла брать с собой Билли, потому что ему на один удар там осталось. Поэтому давайте за Ребекку в одну харю спустимся. Если что, в принципе, мы после победы босса сохранились. Так что все эти махинации можно будет заново проделать. Они, в принципе, не такие уж и долгие. Вот, это всего лишь взять гарпун. Это всего лишь взять гарпун, выстрелить, нажать на кнопку лифта, открыть его и все. Фух, это было тяжело. Это было серьезно адски тяжело. Так, что это табличка?
табличку мы прочитать не можем. Ну и ладно. Главное, что траву бы нам найти какую-нибудь. Тут определенно что-то тут искал. Так, это зомбарек. Так, дневник Маркуса 2, страница отсутствует. Вероятность угрозы невелика, но я поместил своих малышей в специальную капсулу. Держать ее при себе довольно опасно, поэтому я решил оставить ее здесь. Хочешь спрятать листок, отнеси его в лес. Открыть капсулу можно только с помощью специального разделительного вещества. Лакей Спенсера ни за что не догадаются, как это сделать. Естественно, он пока что не встанет. Он встанет потом, в самый неподходящий момент. Так, на этой полке книг полно книг о вирусах. Название совершенно вам не знакомо. Я так понимаю, вот здесь мы можем тоже использовать крюк, скорее всего, и подняться наверх, да? Правильно я понимаю? Давайте только сначала... Ага, тут у нас сохранение. А если у нас тут сохранение, значит, скорее всего, тут какая-то опасность. Так, ладно, давайте пока выбросим. В принципе, коли нам дают сохранение, давайте сохранимся. Коли нам дают, давайте сохранимся, даже перетрем то сохранение, вот это вот. Правильно, да. Потому что, в принципе, мы такого особо ничего не делали. И, в принципе, если нам дают халявную сохраняшку, то почему бы ей не воспользоваться? Потому что, скорее всего... Но это не точно. Мы с вами сейчас что-то нажмем, и что-то произойдет, да? В операционную... Так, нет, подожди, мы пока ничего отправлять не будем в операционную. Мы возьмем гарпун... И попробуем подняться наверх. Да. Все, в принципе, как я и предполагал. Мы теперь можем подняться наверх и... Найти травы. Нет, травы тут нет. Это хреновости, конечно. Этот дядя нам вообще сейчас ни к селу, ни к красному городу. Здесь есть кнопка нажать. И нахрена я ее нажал? Так, сюда у нас открыта дверь, да? Ну давайте пока просто побегаем, посмотрим. В принципе, мы все равно сохранились, поэтому не страшно будет помереть. Самое главное для нас сейчас это... Вот. Только проблема в том, что у нас нет места. Так, тут сохранение. Блин, как бы так сделать? Тут есть сохранение, которым мы пока что пользоваться не будем. Давайте пока что выбросим гарпун. Хотя как мы вернемся, я не знаю, но трава нам очень нужна. Если что, мы всегда можем перезагрузиться, поэтому не страшно. В принципе, около каждого сохранения лежит лента с сохранением, поэтому тоже сильно не страшно. Я не понял, подожди, он здесь или он там где-то ходит? Потому что не должен он здесь ходить. Мы, по идее, открыли внизу проход. И, типа, он должен там шляться. Так, тут... Пацаны! Так, этот пока не встает. У этой пока еще внимание нормально. Так, ага, в данный момент оно пустое. Ясно. Похоже на какой-то химикат.
Красный химикат. Так, тут патроны для дробовика. И записка. Записи о выращивании пиявок. 3 февраля 78 год. Я начал с введения прародителя 4 подопытным пиявкам. Они выживают в основном за счет охоты, парализования и размножения. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биоорганического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. В дальнейшем не наблюдалось каких-либо значительных изменений. 10 февраля 78 года. С момента введения вируса прошло 7 дней. Появились первые признаки трансформации, длина пиявок увеличилась вдвое. Они успешно отложили яйца, численность которых также удвоилась. Однако, вследствие аномального аппетита среди пиявок возник каннибализм. Я лишился 2 особей, стремясь накормить их. 7 февраля 78 года. Я решил дать им живую пищу. При этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Однако, пиявки совершенствуют свою тактику нападения и постепенно переходят от индивидуальной формы существования к колониальной. Кроме того, они полностью отказались от каннибализма. Столь поразительная эволюция превосходит мои ожидания. Пиявки отказались от индивидуального поведения во всем, кроме охоты, и начали действовать в каком-то смысле как коллективная общность. Я дал им пищу, они атаковали ее с поразительной эффективностью. 30 апреля. Похоже, кто-то из сотрудников заметил мои опыты. Что если попробовать людей в качестве пищи? Интересно, как отреагируют пиявки? 3 июня. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали копировать мою внешность. Они видят во мне отца. Мои прекрасные детки. Я вас никому не отдам. Ясно. Больной мазурфакер. Больной вообще, мазафака, реально. Вообще просто конченый. Так, у нас есть патроны для дробовика, которые мы, наверное, может быть, сразу с собой возьмем, посмотрим. Так, это что, пробирки всякие, колбы, да-да-да-да-да. Окей. В принципе, мы можем еще сюда выйти. Давайте выйдем. Выйдем и посмотрим, что у нас есть за этими огромными дверьми. Тихо. Мне нужна аптечка. А вот и аптечка. Использовать хорошо. Так, это зеленая жижа. Зеленая жижа, да? Похоже на какой-то химикат. Так, подожди, а где нам смешивать химикаты-то? Так. Контейнер с красным химикатом. Угу. Так, ну естественно, эта дверь будет закрыта. В основании отверстие, куда можно вставить какой-то предмет. Так, сюда можно отправить. Что мы можем отправить? Отправим патроны. Отправим патроны для дробача. Так, и попробуем взять... Получилось стерилизующее вещество. Ага. Окей, так, хорошо.
Значит, у нас получилось стерилизующее вещество, которое нам нужно вставить. По всей видимости, возможно, может быть, сюда все же его нужно вставить. Так, подожди. Так, использовать. Нет, сейчас нельзя. То есть, увы, да? Нам нужна колба, какая-то огромная, в которую мы сможем все это дело смешать. Ну, пока что колба наполнена свежей биоорганической жидкостью. Все оборудование полноценно функционирует. Но нет, тут там можно смешать, поэтому, скорее всего, нам нужно это куда-то что-то добавить. Так, значит, смотрите, у нас есть вариант какой. Мы можем пробежать сейчас до Маркуса. Ой, до Маркуса добили. Мы сейчас это, скорее всего, с вами и попробуем сделать. Там есть красная трава, мы ее применим. Подожди. Черт. Все же мне нужен... Подожди, а куда я положу? Вот сюда. Нам все же нужен с собой гарпун. Как ни крути. Так, здесь есть сохранение и бутылки. Ага, так, что ж... Блин, как поступить-то? Как нам поступить? О, я знаю. А, блин, нет, не знаю. Я ж как сюда и туда пройду? А не, подожди, нормально, я все прохожу, что это плюто? Там вроде врагов уже нет, по крайней мере, не должно быть. Поэтому пойдем за Маркуса, возьмем красную траву. Сейчас все с менеджем, сейчас все будет. Да ёпта мать, возьми красную траву. Ага. Так, мы сейчас пойдем с этой красной травой. Во-первых, мы заберем то, что нам полагается. И мы вроде бы всех врагов там поубивали, поэтому вроде бы как, по идее, мы должны пройти нормально. Но если что, вдруг, то можно будет сохраниться. Потому что там у нас есть сохранение, еще одна лента, то есть как бы можно смело разбрасываться сохранениями налево и направо. Вот, поэтому мы сейчас... Не, плохая идея. Плохая... Да что ж такое? Когда я уже выздоровею, да... Бесит болеть. Болеть вообще раздражает, серьезно. Ладно, будем ждать около лифта тогда, по-моему. Хотя нет, мы сейчас сохранимся просто. Мы сейчас просто сохранимся и попробуем за Маркуса пробежать по бырику. Ой, за Маркуса. Почему его Маркусом называют? Забили. Так, так, все, хватает нам места, отлично. Да, берем, да, сохраняемся.
принципе, мы люлей не получили, поэтому нормально. Угу. Так, теперь мы переключаемся на Билли и идем к месту, где мы должны получить патроны. Там мы перешлем сейчас траву. Ребекка ее скомбинирует, мы отдадим ее Билли. Если мы выживем, конечно же, опять же, если же мы выживем. Если мы не выживем, то мы будем бегать за Ребекку везде, потому что Билли, к сожалению, у нас нулевой. У него ноль здоровья, ему там на один удар, может быть, на два максимум. Это я, конечно, зря делаю, но я сохранюсь. Мне не страшно. Да. Но теперь я знаю, что там есть еще трава. Хорошо. Zero. Это я уже просто от жадности, наверное, взял траву. Хотя мы могли спокойно пробежать этого выскочку. Абсолютно спокойно могли его пробежать. Вопрос только в том, куда. Потому что, ну, скорее всего, налево. Потому что направо там был, там была картина, стена из картины, которая не давала нам пройти. Поэтому, скорее всего, мы сразу сейчас с вами пойдем налево. Беляса вылечим, чтобы у него хотя бы по здоровью было более-менее, чтобы у него хотя бы там 3-4 удара появилось. И все будет ништяк. В принципе, нам времени хватает, то, чтобы пробежать. Вот и все. Вот и нормально. Вот и пробежали. Дядя, ты уверен? Видишь, какой? Да, возьмем. Так, теперь отправляем траву. Переключаемся. Так, я вот думаю, может быть... может быть, сейчас вот так вот выбросить. Взять бутылки. И сразу скомбинировать в огнемет. Ой, в огнемет, в коктейль Молотова. Вы не можете взять эту вещь. Ну, давай, ладно. Сделаем вот так пока что. Этим менеджментом нам нужно заняться, потому что... О, ёб твою мать, я забыл выключить. Так, смешать. Я забыл выключить. Телеграм. Так, хорошо. Осталось помнить, в какой из комнат у нас находится... Вроде бы здесь. Страшная музыка, но чувак-то тут не ходит, как бы, вот в чем прикол. Так, пересыльная где? За этими воротами? В принципе, там, если что, можно будет на Билли переключиться. Да, вот она. Так, использовать. Смешать. Хорошо.
Сейчас сразу же Билли это пересылаем. Ой, слушайте, нифига, сколько времени замирает. Вот эти вот всякие манипуляции, это вообще жесть. Так, сразу же использовать. Шикарно, вылечились полностью. Это просто замечательно, это просто шикарно. Лучше не бывает. Так, теперь мы переключаемся. Отправляем в библиотеку коктейли Молотова. Переключаемся. Забираем коктейли Молотова. Тут у нас разбросаны сохранения, поэтому мы их сразу берем, сохраняемся. Отлично. Фух, неужели можно спокойно прям сохраниться и сказать так... Фух. Вот так вот прям немножечко выдохнуть, потому что, в принципе, у нас с вами сейчас более-менее все нормально. Сейчас единственное, надо, наверное, избавиться от вот этой плесени вонючей, которая там ходит. Я думаю, мы при помощи коктейлей попробуем это сделать. В принципе, мы все равно сохранились, поэтому можно попробовать как-нибудь более-менее сейфово это сделать. Так, а ты умирать будешь, нет? Я понял, ты умирать не хочешь, да? В принципе, тут есть у нас трава. Мы ее можем сразу же использовать. Вот так вот сюда сейчас мы ее перешлем. Блин, ну это хреново, конечно. Блин, пришлось потратить все коктейли, всю это, всю фигню. Но мне кажется, это нужно было сделать. Так, а он смешивать у нас не умеет, да? Естественно, он у нас с лошаром. В таком случае отправим траву. Заберем траву. Вот это вот долго вообще. Так, отправим вторую траву. Хотя, по сути, по-моему, дешевле было его, конечно, игнорировать. Но я пока сохраняться не буду просто, и все. Так, смешать. Отправить. И пойдем сейчас за Билли, посмотрим, что там внизу. Это, по идее, должна быть открытая дверь. Не зря же она открылась.
Шикарно. Это, конечно, хорошо, но мы потратили с вами снова все аптечки, снова все патроны. У нас не осталось вообще ничего. 4 патрона для дробовика убили. И слово божье, как говорится. Потому что по-другому я хз, как мы там будем ходить. Это невозможно, это нереально. Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, это у нас канистра. Это у нас какая-то канистра. Устройство для набора шифра. Но без пропавшей детали невозможно использовать. Ага. Значит... Значит, все же нам нужно, да, взять с вами этот гарпун и как-то спускаться. Или мы уже никак не спустимся? Вот в чем вопрос. Возможно, мы с вами уже никак не спустимся. Так, гарпун здесь. Да, гарпун здесь. Хорошо, тогда заберем его сейчас сразу с собой и попробуем пойти спуститься. Минуя все же этого гада. Потому что нам нужно взять, получается, третий химикат. Так, сюда закрыто. Ага, и вот там дырка. Ага. Главное сразу бежать, потому что там дядя. Сквозь дыру нужно спускаться вниз таким способом опасно. Пани Манту! А как? Так, ну, я предлагаю... Загрузиться? Я предлагаю загрузиться там, где мы еще забили, не убивали. Сейчас тогда в таком случае переключимся за Ребекку. Передадим ему этот химикат. Ну, короче, да, да. Потому что, в принципе, пока нет смысла того дядьку убивать, потому что он... Ну, как бы, он нам ничего не делает. Так, нам нужно теперь пойти и забрать этот химикат. Так, у нас есть 2 свободных слота, да? Если я правильно помню. Да, у нас есть 2 свободных слота. Это хорошо. Это замечательно. Это мы, получается, с вами можем, в принципе, делать вещи. Ой, не сюда. Да не сюда, я запомнил все сюда. Так. Так, он пока еще не превратился. В принципе, да, есть время вокруг него было побегать, но сейчас уже времени не будет бегать, поэтому надо его как-то будет избегать, что ли. Да ёб твою мать, опять не туда.
Так, теперь мы сейчас ему передадим, попробуем там быстренько тоже все сделать, вернуться. Не хочу я их убивать, потому что они, сука, сейчас будут тратить наши ресурсы, которых у нас и так немного. Тихо, куда? Что-нибудь сейчас да отправим в библиотеку. Подожди, а нафига? Ну ладно, давайте попробуем. Капсула с пиявкой. Блин, надо было, наверное, сразу, может быть, смешать, потому что там же красный этот смешиватель. Наверное, надо было просто смешать его сразу. Ладно, давайте пойдем попробуем. Нет. Понятно, это сделано на случай, если Ребекка окажется внизу, а Билл будет поверху бегать, вот это вот все передавать. Все ясно, 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 понятно. Так, в таком случае я затупил, потому что я мог дать ему халявную атаку, чтобы убить. Он не получилось. Ну и ладно, в принципе, не страшно. Подожди, где? Использовать, смешать. Да, вот я сейчас читаю по прохождению, короче, нам нужно было все же этого личмена убить по-хорошему сразу. Потому что сейчас он будет нам мешать. Ладно, надеюсь, все пройдет нормально. В принципе, мы можем Билли отправить еще и... Хотя нет, это слишком большая вещь. Мы, наверное, не сможем. Ладно, если я сейчас вдруг где-то затуплю, умру, то мы с вами уже тогда в следующей серии всей этой фигней займемся, потому что... уже, в принципе, пора заканчивать. Так. Копируем сразу же. Потому что огонь нехило их так ранит. По идее, он их должен нехило так ранить. Да, слушай, три коктейля, и все, и до свидания, и он умер. Неплохо. Даже у нас еще и отличное это осталось. Вообще неплохо. Вот как с ними нужно бороться. При помощи коктейлей. Три коктейля, и все, и до свидания. Так, у нас есть даже с вами теперь трава. Все еще. Я считаю, что это успех. Я считаю, что нам нужно пойти, наверное, может быть, сохраниться. Ладно, нет, давайте сначала посмотрим. О, не, не сюда, не сюда, не сюда. Вот сюда нам нужно использовать пиявку. Так, замок разблокирован. Так, что у нас здесь?
входная катушка. Тут есть что-то еще. Так, это фотография, да? На обороте что-то написано. 1939. Празднование твоего выпускного. Судя по возрасту, этот парень, скорее всего, сын Маркуса или его внук. Вот это? Бедный Йорик. Патроны. Места пока нет для патронов. Загадочные объекты плавают в воде. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Тут зомби. Ну, в принципе, зомби лошарские оказались. Это нормально. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Это зеленая пиявка. Зеленая пиявка. Так, давайте один патрон, наверное, пока что выбросим. Он нам сильно погоды пока не сделает. Мы возьмем зеленую пиявку. Держим в голове, что у нас здесь один патрон для дробовика. Потому что целый патрон — это как бы целый минус один зомби, скорее всего, будет. Так, теперь мы с вами идем. Отправляем предмет. По-хорошему, конечно, нам бы... Мы отправим сейчас эту зеленую пиявку и сохранимся и закончим с вами на этом серию. Отправить в операционную? Да. Сейчас мы с вами отправим пиявку. Здесь мы ее сейчас примем. На Билли переключимся. Сохранимся. Подожди, или пока похолодить сохранением. Можно сделать одну манипуляцию, которую я, наверное, сделаю вне серии сейчас. А именно соберу траву и потом уже, наверное, сохранюсь после этого. Да, я, наверное, так сейчас и сделаю. В общем, ладно, ребятушки, обязательно ставьте свои пальчики вверх, обязательно комментируйте, обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте. Просто пишите комментарии, просто проявляйте активность, чтобы я знал, что вам нравится. Ну, я знаю, есть там 3 человека, которые обязательно будут смотреть, это вам спасибо огромное. Но хочется, чтобы и другие ребята тоже подключались, потому что игруха очень интересная, мне прям она очень сильно вкатывает. Вот такие вот дела, ладно, не буду затягивать, все, в общем, заканчиваем серию. Всем спасибо огромное за просмотр, обязательно с вами еще увидимся, и всем пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал, ага. Спасибо, бро!